Стойте, куда вы все? Собирать вещи. Но если цирк закроет...
ты класс мать, эту игрушку. Так хочется себе что-нибудь сломать. Но так и должны вести себя дети после этого представления. Поверьте, любой, кто сходит на шоу роботов, не сможет удержаться, чтобы тут что-нибудь не сломать. Но для этого они должны сделать то, прийти. Смотрите, утром они покупают новую игрушку. Вечером ведут цирк. Смотреть, как роботы бьют друг друга. Мать! Утром младше тревут по родителей. Не будут и не будут. Но! Гениально! Фантастически! Хорошие игрушки, сломанные игрушки. Это, надеюсь, понятно? Ну-ка так, мне уже пора. Там, как бы, артисты мои, что они будут. Кстати, как вы собираетесь избавиться от артистов? Я это сказал. Если завтра не будет новых номеров, я это уволю. А если они сделают эти новые номера? Это невозможно, поверьте. Ведь как сделать большой, фантастический номер за один вечер? Хорошо, но смотрите, если хотите работать у меня, вы обязательно должны их уволить. Свободны. Эскимо!
Лету! На Лету! Вас очень хорошо получается! Вы издеваетесь надо мной! Подождите! Вас очень хорошо получается! Покажите, кто молодой девушке на все выходит! Я никому не позволяю с собой смеяться! Вы уволены! Как уволены? Я же не работаю у вас! Разве? Хорошо! Вы видите на работу? Ну вы поверьте, вы можете завтра прийти в цирк, и артисты вам покажут представление. Вы сами можете удивиться, что они у них ничего не получится, и они все будут уволены. Хочу в цирк, но мне нельзя. Как нельзя? Почему? Ладно. Я открою свой маленький секрет. Понимаете? У меня очень, очень мягкое сердце. И если я приду в цирк, где много детей, которые смеются и веселятся, я могу полюбить детей. Я начну делать хорошие, дешевые кружки. Может быть, даже раздавать их даром. Дорогой, это нельзя допустить. Так, ну, приходите в цирк. Все равно. Представление будет грустно, потому что палочка ваша у меня, но для них ничего не получится. А кто-нибудь будет плакать? Конечно, все будут реветь. Это уже слушайте. Я могу вас положить? Конечно. Хорошо, спасибо. Вы не хотите? Да. Он будет хорошо. Да. Уважаемая публика, к сожалению, по независящим от нас причинам, наше сегодняшнее представление отменяется. Свои извинения. Деньги за билеты можно получить в кассе. Мы ждем вас на нашем новом шоу «Битва роботов». Мне никто ничего не передавал. В смысле? Директор же должен был передать. Передала парочку директору. Вот так. Администрация цирка еще раз приносит вам свои извинения. До встречи на новом шоу. Уже завтра наш цирк откроет свои двери для нового настоящего зрелища. А сейчас разрешите вам продемонстрировать показательное выступление «Робот-монстр» из нашего нового шоу «Чудо техники» на нашем манеже. Прощаемся и до новых встреч. А подождите, это же была наша новая шутка. Это был маленький розыгрыш. Сейчас вы увидите на сцене будущую артистку. Акробатка Лине. Это же я. Помимо этого, вы увидите еще как потрясающий укротитель слез. Кому впасть ко льву? Это же я! Ну и разумеется, вы видите, как фокусник вытаскивает из своей чудо-шляпы несколько, наверное, штук 20 зайцев. Это я! И ну, и как же не забыть нашу любимую жонглёрщицу, которая жонглирует мячами, но не просто. Сначала она 5 мячей, потом 6, затем уже 7, потом, ох, их уже 8, вот 9 шар, обалдеть, уже 10, ну и заключительный, наверное, 11.
детства. А что вы на них ругаете? Они ведь так прекрасно выступили. А почему опять в церкви посторонние, а? Вы посторонние. Я вам Куда меня уносит?